Эй, босс. Я понял, я вам нужен? Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст, Том. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Винченцо ждет тебя с новой машиной. Нутром чую, без Морелло здесь не обошлось. Томми. Паршивый сегодня день. Том, никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка и еще кое-что для особого случая. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Thank you.
Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелл им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Всегда пожалуйста, Томми. Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task. Standing in his way is opposition captain, Farhan Jack Seidel. This saw a home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 tournaments in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out. Твои дела, Том. Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук-Хилл, угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the armory are restless. You can almost... series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers, Elms, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory.
the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Well, folks, Smith is at the mound. He winds up. Oh, swing and a miss. That fastball. Funny shot, Etheridge, the cannon's youngster there. That's not going to be something he'll forget in a hurry. The mission of Lost... Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. And we return now to some of today's favorite music and casting a spotlight on a few of the new items available down here at Behringer's Department Store. At Behringer's, we're proud to say we keep up with the times. That means we have the most extensive range of radio receivers available anywhere in the city. Our radio department is a paradise for music lovers, with the best sets and components from both home and abroad. Даже они тебя везут. With all taste and budgets, Behringer's radio department is the last place you ever need look. The modern woman knows the importance of staying trim, fit, and vigorous. At Behringer's Sporting Goods, we carry everything you need to pursue a healthy body and mind. Feeling fantastic. Visit Behringer's Sporting Goods today. This is the Behringer's Music Hour on WBDS. Whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. Всем офицерам, прекратить поиски. Повторяю, прекратить поиски. But they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility.
Господи. Его хотят вывести из штата или еще дальше. Сука, это плохо. За люди. ФБР? Какой-то тип показал мне жетон и выгнал оттуда. Что здесь происходит? Там ФБР. Будут кого-то передавать. Какой-то человек собирается улететь. Передавать кому? Те парни возле самолета – вылитые гангстеры. Когда они уже закончат? Мне надо на рейс. Пожалуйста. Видимо, как только их пленник вылетит. Нет, большинство из них совсем не похожи на копов. Нет, спасибо. Пока он меня не убил!
Том. Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Томми. Передать ему что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Поднимайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садите живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, чертов самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок.
Добрый день. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Сколько еще это продлится? Отличный денек, да? Ага. Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти, и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Моих ребят, Марко. Мы с Серджо всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень. Умный. Верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Энио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Печально.